Сдоба без вреда для здоровья еще совсем недавно считалась чем-то на грани фантастики. Но благодаря инновационной разработке ученых Южноуральского государственного университета мечты стали явью. Аспиранты изобрели рецепт хлеба, способствующий предотвращению возникновения диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных опухолей. Особенно в двух ингредиентах – стевии, природному сахарозаменителю, и фукаидану – вытяжки из бурых водорослей и некоторых иглокожих. Помимо хлеба, аспиранты создали антистрессовый йогурт, и оба продукта получили золотую медаль на выставке «Агро» 2017. В конкурсе оценивались многие показатели. Одним из них был уровень инноваций, то есть новизна работы, практическая значимость и степень внедрения. Наш продукт показал очень высокие баллы. Сейчас одна из главных задач ученых – вывести продукты на рынок. Многочисленные победы продукции только приближают момент появления антистрессового хлеба и йогурта на прилавках в магазинах через симпатии покупателей и привлечение внимания инвесторов. Конечно, это плюс, так как для инвесторов это определенный такой плюс того, что продукт признали на данном случае на областном уровне. Дальше больше, дальше мы участвуем в российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2017», которая будет проводиться вот в сентябре. Ученые ЮРГУ не останавливаются на достигнутом. Сейчас они работают над созданием бездрожжевого хлеба и изучением полезных свойств жимолости для реализации новых полезных для здоровья проектов.